Шримат Бхагаватам. Песня 8, глава 6. Полубоги и демоны заключают перемирие. В этой главе рассказывается о том, как Господь, вняв молитвам полубогов, явился им. По совету Верховной Личности Бога, полубоги заключили с демонами перемирие, чтобы вместе с ними вспахтать океан. Довольный молитвами полубогов, приведенными в предыдущей главе, Господь Кшерудакаша и Вишну явил себя взору небожителей. Божественное сияние, исходившее от тела Господа, почти ослепило полубогов. Из-за этого они поначалу даже не могли как следует его разглядеть. Но через некоторое время, когда Господь Брахма все-таки увидел Господа, он вместе с Господом Шивой стал возносить ему молитвы. Господь Брахма сказал. Верховный Господь вечен, ибо Он никогда не рождается и не умирает. У Него нет материальных качеств, но при этом Он – океан несчислимых добродетелей. Он неощутимый неощутимого, Он невидим и образ Его непостижим. Ему поклоняются все полубоги, Бесчисленные вселенные пребывают в нем, и потому ни время, ни пространство, ни обстоятельства не могут отделить его от мироздания. Он – повелитель всего сущего и сама Пратхана. Хотя Господь – начало, середина и конец мироздания, пантеизм, который исповедует Майваде, лишен смысла. Всевышний повелевает материальным миром с помощью подвластной ему внешней энергии. Поскольку Господь вечно занимает непостижимое для нас трансцендентное положение, Он всегда является властелином этой энергии. В своих различных проявлениях Он существует везде и даже в материальном мире, но качества этого мира не могут Его затронуть. По-настоящему постичь Его можно лишь следуя Его наставлениям, которые Он дал в Бхагавадгите. Господь говорит в Гите 10.10. .10. Дадами Будхи йогам там. Будхи йога значит бхакти йога. Только посредством бхакти йоги человек может постичь Верховного Господа. Господь с удовольствием выслушал молитвы Господа Шивы и Господа Брахмы, а потом дал полубогам необходимое наставление. Верховный Господь, именуемый Аджитой, непобедимым, посоветовал полубогам обратиться к демонам с предложением о перемирии, чтобы они вместе могли вспахтать молочный океан. Веревкой должен будет служить Басуки, самый большой из змеев, а мутовкой – гора Мандара. При пахтании океана на его поверхности появится яд, но этого не надо опасаться, ибо его выпьет господь Шива. Кроме того, из океана появится множество ценных вещей. Но Господь предостерег полубогов, чтобы они не прельщались всем этим. Полубоги тоже не должны будут гневаться, если возникнут какие-то трудности. Дав эти наставления, Господь исчез. По велению Верховного Господа, полубоги заключили мир с повелителем демонов Махараджи Бали. Потом вместе с демонами они отправились к берегу океана, взяв с собой гору Мандара. Гора была такой тяжелой, что все, кто нес ее, сильно устали, а некоторые даже погибли. Тогда Верховный Господь Вишну, восседая на спине горуды, пришел к ним на помощь и по своей милости воскресил умерших. Подняв гору одной рукой, он перенес ее на спину горуди. Потом Господь сам сел на горуду, и они отправились к месту пахтания, где Горуда опустил гору в середину океана. После этого Господь приказал Гаруде удалиться, ибо змей Васуки не смел появиться там, где находится Гаруда. Песнь 8, глава 6, текст 1. Шри Шукадева Госвами сказал, «О царь Парикшит, Верховный Господь Хари – вняв молитвам полубогов и господа Брахмы, явил себя их взору. Его тело сияло так, будто тысячи солнц одновременно взошли на небе. Песнь восьмая, глава шестая, текст второй. Это сияние ослепило полубогов, и они перестали видеть небо, землю, десять сторон света и даже самих себя. Тем более они не могли разглядеть Господа, стоявшего перед ними. Песнь восьмая, глава шестая, тексты третий, седьмой. Некоторое время спустя Господь Брахма и Господь Шива узрели безупречно прекрасную верховную личность Бога. Темное тело Господа напоминало драгоценный камень Мараката. Глаза цветом походили на внутреннюю часть лепестков розового лотоса. Одежды его сияли, словно расплавленное золото. А все его тело было усыпано украшениями. Брахма и Шива могли видеть его прекрасное, улыбающееся, подобное лотосу лицо. Он был увенчан шлемом, на котором сияли драгоценные камни. У него были красивые брови, а в ушах висели серьги. Господь Брахма и Господь Шива увидели пояс на талии Господа, браслеты на его руках, колокольчики на его щиколотках, а также ожерелье, украшавшее его грудь. На нем были гирлянды, а грудь, на которой сверкал драгоценный камень Каустубха, была прибежищем для богини процветания. В руках он держал оружие, палицу и диск. Увидев Верховного Господа, Брахма-Ишива и другие полубоги тут же пали ниц перед Всевышним. Песнь 8, глава 6, текст 8. Господь Брахма сказал хотя ты никогда не рождаешься, воплощения твои снова и снова приходят в этот мир и уходят из него. Ты не имеешь материальных качеств. Ты обитель духовного блаженства, безбрежного, как океан. Твой образ вечно духовен, и потому ты тоньше самого тонкого. Мы в почтении склоняемся перед тобой, Всевышним, чье бытие непостижимо. Комментарий. В Бхагавадгите 4.6 Господь говорит. Аджописан Авьяятма, Бхутанам Ишварописан, Пракритим Свам Адхиштхая, САМПХАВАМ Атма майая. Хотя я нерожденный и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. А в следующем стихе Абхагавадгиты 4.7 Господь говорит. Яда яда хитхармасья, гланир пхавати пхарата, абхютханам адхармасья, тадатманам сриджамяхам. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. Таким образом, хотя Господь не рождается, Он снова и снова приходит в этот мир в образе своих воплощений, таких как Господь Рама и Господь Кришна. Поскольку Его воплощения вечны, их деяния тоже вечны. В отличие от обычных живых существ, вынужденных рождаться в том или ином теле, Верховный Господь приходит в этот мир не потому, что его к этому вынуждает карма. Следует понимать, что тело Господа и его деяния духовны и свободны от скверный гон материальной природы. Его игры приносят ему духовное блаженство. Здесь большое значение имеет слово опореганье от воплощением Господа нет числа. Все они вечны и исполнены блаженства и знания. Песнь 8, глава 6, текст 9. О лучший из лучших! О верховный повелитель! Те, кто действительно ищут удачи, следуют предписаниям ведических тантр и поклоняются Тебе в этом образе. О Господь, мы видим в Тебе все три мира – Комментарий. В ведических мантрах говорится, ⁇ Ясмин Вегитая Сарвам Эва Когда преданный созерцает Господа в своей медитации или видит Его воочию, Ему становится ведомо все, что происходит во Вселенной. Нет ничего, что было бы недоступно Его пониманию. Все в этом мире открывается преданному, увидевшему Верховную Личность Бога. Поэтому Господь в Бхагавадгите 4.34 советует. Пари сэвая, гьянам, гьянина статва даршина». Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Господь Брахма один из тех, кто осознал себя. пхур на родах шампхух кумарах капиломанух. Поэтому мы должны следовать учению, передающемуся по цепи духовных учителей, последователей Господа Брахма. Тогда мы сможем по-настоящему постичь Верховную Личность Бога. В этом стихе слово «вишва муртау» указывает, что все сущее покоится в теле Верховной Личности Бога. Любой, кто поклоняется Господу, способен видеть, что все сущее пребывает в нем, и он пребывает во всем сущем. Песнь 8, глава 6, текст 10. О мой Господь, всегда свободный и независимый! Все мироздание исходит из Тебя, покоится на тебе и в тебе находит свое последнее пристанище. Подобно земле, которая служит причиной возникновения и существования глиняного горшка, и в которую он, разбиваясь, возвращается вновь, ты являешься началом, опорой и прибежищем всего сущего. Песнь 8, глава 6, текст 11. О Всевышний, ты ни от кого не зависишь и не нуждаешься ни в чьей помощи. Своей энергией ты создаешь материальный мир и входишь в него. Те, кто углубился в сознание Кришны, кто в совершенстве постиг подлинное священное писание и кто, занимаясь бхакти-йогой, полностью избавился от материальной скверны, своим чистым умом способны видеть, что ты, хотя и пребываешь в мире, созданном из различных преобразований материальных гун, всегда остаешься не под властным их влиянием. Комментарий. Господь говорит в Бхагавадгите 9.10. Маят хьякшина пракритих, сояты саачара чарам, хитунанина каонтея, джагатви паривартате, Будучи одной из моих энергий о сын Кунте, материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Материальная энергия творит, хранит и разрушает все мироздание, исполняя волю Верховного Господа, который входит во Вселенную в образе Гарпхадакаша и Вишну. Однако, несмотря на свое соприкосновение с качествами материальной природы, он остается неподвластным их влиянию. В Бхагавадгите Господь называет Майю, внешнюю энергию, создающую материальный мир, своей энергией, ибо она находится в полной власти Господа. Понять все это может лишь тот, кто глубоко постиг ведическую науку и обладает глубоким сознанием Кришны. Песнь 8, глава 6, текст 12. Как из дерева можно получить огонь, из коровьего вымени – молоко, из земли вырастить зерно и добыть воду, а работая – обрести средства к существованию, так, занимаясь бхакти-йогой, разумный человек, даже находясь в материальном мире, может заслужить твою благосклонность и приблизиться к тебе. Это подтверждают все праведные люди. Комментарий. Хотя Верховный Господь не имеет материальных качеств ниргуна, и не может быть обнаружен в материальном мире, он пронизывает собой все мироздание, как об этом говорится в Бхагавадгите. майя ТАТАМ там и -э дам сарвам. Материальный мир экспансия материальной энергии Господа, и весь проявленный мир покоится на нем. Мацтхани сарвабхутани. Тем не менее, Господа невозможно обнаружить в материальном мире. На Чахам Тешт в Авастхитах. Но преданный может увидеть Верховную Личность Бога, потому что занимается Бхакти-йогой. Как правило, человек не может встать на путь Бхакти-йоги, если он не занимался ею в прошлых жизнях. Более того, начать практиковать Бхакти способен только тот, кто получил милость духовного учителя и Кришны. Гуру Кришна Прасаде Паябхакти Латабиджа. Семя преданного служения можно обрести лишь по милости Гуру, Духовного Учителя, и Кришны, Верховной Личности Бога. Только занимаясь Бхакти-йогой, человек может заслужить благосклонность Верховного Господа и увидеть его своими глазами. Приманджана Чхурита Бхакти Вело Чанена, Сантах Садайва Хридаешу Вело Каянти. Другие методы, такие как карма, гьяна или йога не помогут в этом. Следуя наставлениям духовного учителя, человек должен заниматься бхакти-йогой. Шраваном, Кертаном, Вишнох, Смараном, Падасеваном. Тогда, даже оставаясь в материальном мире, где Господь невидим, преданный сможет увидеть его. Это подтверждается в Бхагавадгите. ямам Абхиджанати Яван Яшчасми Татватах и в Шриман Бхагаватам. Экая Так, благодаря преданному служению, человек может обрести благословность Верховного Господа, который невидим и непостижим для материалистов. В этом стихе практика Пхакти-йоги сравнивается с разными материальными действиями. Трением можно добыть из дерева огонь, возделывая землю, можно вырастить зерно и получить воду а корова, если ее подоить, даст подобное нектару молоко. Молоко сравнивают с эликсиром бессмертия. Разумеется, одно молоко не может сделать человека бессмертным, но оно может продлить жизнь. В наше время люди не придают молоку особого значения и потому живут не очень долго. Хотя в нынешний век люди могут жить до 100 лет, продолжительность их жизни сокращается, ибо они не пьют достаточно молока. Это примета Кали-юги. В Кали-югу люди вместо того, чтобы пить молоко, предпочитают убивать животных и поедать их плоть. В наставлениях, которые Верховный Господь дал в Бхагавадгите, говорится о Горакшье – защите коров. Коров следует защищать, получать от них молоко и готовить из этого молока пищу. Человек должен пить много молока, чтобы дольше жить, развивать умственные способности, заниматься преданным служением и в конечном счете обрести милость Верховной Личности Бога. Заботиться о коровах и доить их, чтобы получать молоко, так же важно, как возделывать землю, чтобы выращивать зерно и рыть колодцы, чтобы добывать воду. В наше время людей очень интересует развитие промышленности, которая обеспечивает их всеми удобствами но они безразличны к преданному служению, способному привести их к высшей цели жизни – возвращению домой к Богу. Как сказано в Писаниях, на те свартхагатим хивишнум дурашаяе бахер артхаманинах. Люди, лишенные духовного знания, к сожалению, не понимают, что вернуться домой к Богу – высшая цель жизни. Забыв об этой цели, они тяжко трудятся – Хотя труд приносит им не удовлетворение, а одни разочарования. Мокхаша-мокха-кармано, мокха на -а Так называемые байши, промышленники и бизнесмены, заняты созданием огромных концернов и не проявляют никакого интереса к производству зерна и молока. Однако, как сказано в этом стихе, роя колодцы, даже в пустыне можно добыть воду и вырастить зерно. Вырастив зерно и овощи, можно разводить коров и получать от них много молока. А получив достаточно молока, зерна и овощей, можно приготовить сотни чудесных блюд. Имея такую пищу, мы вполне можем избежать индустриализации и не бояться безработницы. Земледелие и забота о коровах позволяют человеку жить безгрешной жизнью, а перестав грешить, он может проявить интерес к преданному служению. В Бхагавадгите 7.28 говорится. Ешам джананам пунья карманам, дван два моха Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. В Кали-югу большинство людей погрязли в грехе. Их жизнь коротка, они несчастны и все время пребывают в беспокойстве. Мандаксу манда матайо, мандабхагьяхи у падрутах. Таким людям читание Махапрабу советует. В этот век вражды и лицемерия спасутся только те, кто повторяет Святое Имя Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Песня 8, глава 6. Текст 13. Слоны, гонимые лесным пожаром, испытывают радостное облегчение, когда окунаются в воды Ганги. Подобно им, и мы ощутили духовное блаженство, когда ты, о Господь, из чего пупка растет лотос, предстал перед нами. Мы так давно и долго мечтали увидеть тебя. Теперь наше желание исполнилось, и мы достигли высшей цели жизни. Комментарий. Преданные всегда стремятся увидеть Господа, но они не требуют, чтобы Он предстал перед ними, ибо истинный преданный считает, что подобное требование противоречит природе Бхакти. Шри Чайтани Махапрабу учит этому в своей шикшаштаке. Адаршанан Мармахатам Каротува. Преданный всегда жаждет лицезреть Господа, но даже если Господь не явит себя его взором, и преданный жизнь за жизнью будет страдать от разлуки, он никогда не потребует, чтобы Господь предстал перед ним. Это признак чистой преданности. Вот почему в данном стихе использовано слово «атичера апсита артхам». Оно означает, что преданный в течение очень долгого времени стремится увидеть Господа. И когда Господь по своему желанию появляется перед преданным, тот испытывает огромное счастье, как был счастлив Махараджа Тхрува, когда увидел верховную личность Бога. Увидев Господа, он почувствовал, что не хочет просить его об исполнении своих желаний. Сам облик Господа приносил Тхруве такое удовлетворение, что он забыл о своих прежних желаниях. Свамин критартхосмиеварам наяча. Чистый преданный, независимо от того, может он увидеть Господа или нет, всегда занимается преданным служением и просто надеется, что когда-нибудь Господь соблаговолит предстать перед ним, и он увидит его своими глазами. Песнь 8, глава 6, текст 14. О Господь! Мы, полубоги, правящие этой вселенной, пришли, чтобы склониться к Твоим лотосным стопам, Исполни же, пожалуйста, то, ради чего мы к тебе пришли. Ты — свидетель, наблюдающий за всем как изнутри, так и снаружи. Нет ничего, что было бы скрыто от твоего взора. Поэтому мы не видим нужды рассказывать тебе о нашей беде. Комментарий Как сказано в Бхагавадгите 13.3 кшетрагьям чапьямам витхи сарвакшетри шубхарата Каждой душе принадлежит только ее тело, но Верховная Личность Бога владеет телами всех живых существ. Поскольку Господь ⁇ свидетель поступков каждого, нет ничего, что было бы ему неизвестно. Он знает, что нам нужно. Поэтому наш долг искренне заниматься преданным служением под руководством духовного учителя, а Кришна милостиво предоставит все, что нам нужно для нашего служения. Участники движения сознания Кришны должны просто исполнять указания Кришны и Гуру. Тогда Кришна даст нам все необходимое, даже если мы его не просим об этом. Песня 8, глава 6, текст 15. Я, Господь Брахма, Господь Шива и прочие полубоги вместе с Праджапати, такими как Дакша, всего лишь искры, зажженные тобой, изначальным пламенем. Мы твои частицы. Можем ли мы знать о том, что хорошо для нас? О Верховный Господь, укажи нам, пожалуйста, путь к спасению, подходящий для брахманов и полубогов. Комментарий. В этом стихе особенно важны слова «двиджадева мантрам». Слово «мантра» означает «то, что дарует свободу от оков материального бытия». Сбросить оковы материального существования могут только Двиджи, Брахманы и Девы, полубоги, которые следуют наставлениям Верховной Личности Бога. Все, что говорит Господь, является мантрой и может освободить обусловленную душу от ненужных мудрствований. Все обусловленные души ведут тяжелую борьбу за существование. Монах Шаштханендриани прокрити тхани каршити. Освобождение от этой борьбы – величайшее благо, но его невозможно обрести до тех пор, пока мы не получим мантру от Верховной Личности Бога. Начальная мантра – это мантра Гаэтри. Поэтому после того, как человек очистился и достиг уровня Брахмана, Двиджи, он получает мантру Гаэтри. Просто повторяя эту мантру, можно обрести освобождение. Однако мантра Гайатри предназначена только для брахманов и полубогов. В век Кали мы все находимся в очень трудном положении, поэтому нам нужна особая мантра, которая могла бы спасти нас от опасностей этого века. Вот почему Верховный Господь, придя в образе Шри-Читани Махапрабо, дал нам мантру Хари-Кришна. Харернама, харьернама, харьернама и Калау Насти, Эва Настеева, Настеева Агатира В этот век вражды и лицемерия спасутся только те, кто повторяет святое имя Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. В своей Шикшшатке Господь читания говорит: Парам виджайте Шри Кришна Санкиртанам. Слава Шри Кришна Санкиртане. Махамантру. Пел сам Господь, и Он дал нам ее, чтобы мы могли обрести освобождение. Мы не в состоянии сами изобрести средства избавления от всех бед материальной жизни. Даже полубоги, такие как Господь Брахма и Господь Шива и Праджапати, подобные Дакши, сравниваются в этом стихе с искрами, которые сверкают лишь благодаря Верховному Господу, изначальному пламени. Точно так же и мы должны всегда ощущать связь с Верховным Господом и преданно Ему служить. Ибо только тогда мы сами будем излучать сияние. Если мы перестаем служить Господу, наше сияние тут же погаснет по крайней мере, на какое-то время. Когда мы, живые существа, подобные искрам изначального огня, верховной личности Бога, погружаемся в пучину материальной жизни, нам следует принять от Господа мантру, подобную той, что дал Шри Махапрабу. Повторяя мантру Хари Кришна, мы избавимся от всех тягот материального существования. Примечание к аудиокниге. Махамантру читает его божественная милость Ачепха Активиданта с вами Прабхупада, Ачарья основатель Международного общества сознания Кришны. Автор перевода и комментариев Шримад Бхагаватам. Песня 8, глава 6, текст 16. Шукадева вами продолжал. Выслушав молитвы, вознесенные Брахмой от имени полубогов, Верховный Господь понял, зачем полубоги пришли к нему. Он стал отвечать им, и глубокий голос его звучал, как рокот грозовых облаков. Полубоги же сосредоточенно внимали ему, стоя со сложенными руками. Песнь 8, глава 6, текст 17. Хотя Верховный Господь, владыка полубогов, мог сам совершить все, что нужно было небожителям, он пожелал насладиться Лилой пахтания океана. Поэтому он обратился к полубогам с такими словами. Песня 8, глава 6, текст 18. Верховный Господь сказал, ⁇ О Господь Брахма, Господь Шива и другие полубоги ⁇ Прошу вас, выслушайте меня с великим вниманием, ибо то, что я скажу, принесет благо всем вам. Песня 8, глава 6, текст 19. Поскольку вы оказались в незавидном положении, вам нужно заключить перемирие с демонами, ибо сейчас время на их стороне. Комментарий. Одно из слов в этом стихе в разных рукописях читается по-разному. Калина или Кавьена. Калина значит «кому благосклонно время», а Кавьена – «те, кому благосклонен Шукрачарья, духовный учитель дайтив. Демонам Дайтем сопутствовала удача, потому что время благопрепятствовало им и потому, что ими был доволен Шукрачарья. Вот почему Верховный Господь посоветовал полубогам заключить с ними перемирие, пока обстоятельства не изменятся в пользу полубогов. Песнь 8, глава 6, текст 20. О полубоги! Защищать свои интересы настолько важно, что ради этого порой приходится даже заключать мир с врагами, во имя собственных интересов порой приходится следовать примеру змеи и мыши. Комментарий. Однажды змея и мышь оказались пойманными в одной корзине. Поскольку змеи питаются мышами, такое соседство предоставляло змее удачную возможность съесть мышь. Но они обе были пленницами, Поэтому даже если змея съела бы мышь, она не смогла бы выбраться из корзины сама. Тогда змея приняла мудрое решение заключить перемирие с мышью и попросить ее прогрызть дырку в корзинке, чтобы они обе могли выбраться наружу. На самом же деле змея задумала, что после того, как мышь прогрызет дырку, она съест мышь, а сама вылезет из корзины. Таков пример змеи и мышь. Песня 8, глава 6, текст 21. Вам нужно скорее добыть нектар, который пьют умирающие, чтобы обрести бессмертие. Песня 8, глава 6, тексты 22-23. О полубоги! Опустите в молочный океан все виды овощей, трав, лиан и целебных растений. Потом, с моей помощью, используя в качестве мутовки гору Мандара, а в качестве веревки змея Васуки, усердно вспахтайте океан. Так демоны будут заняты делом, а вам, полубогам, достанутся плоды их трудов. Нектар, полученный из океана. Комментарий. Как следует из этого стиха, если в молоко опустить различные травы, лекарственные растения и овощи, а потом сбить эту смесь, как сбивают молоко, чтобы получить масло, то целебные вещества из овощей и растений, соединившись с молоком, образуют живительный нектар. Песнь 8, глава 6, текст 24. О полубоги! Терпение и умиротворенность помогают добиться осуществления любого желания. Но тот, кто охвачен гневом, никогда не достигнет своей цели. Поэтому, о чем бы ни просили вас демоны, исполняйте их просьбы, не споря с ними. Песня 8, глава 6, текст 25. В результате пахтания молочного океана вначале появится яд Калакута, но вам не нужно бояться ему. А когда сбитый океан породит на свет всевозможные блага, не будьте алчны, не спешите завладеть ими и не поддавайтесь гневу. Комментарий. Из этого стиха следует, что сбивая молочный океан, можно получить яд, драгоценные камни, нектар, прекрасных женщин и много всего другого. Однако Господь посоветовал полубогам не приличаться драгоценностями и красивыми женщинами а терпеливо дожидаться появления нектара, потому что нектар – их истинная цель. Песнь 8, глава 6, текст 26. Шукадева Госвами продолжал. О царь Парикшит, дав такие наставления полубогам, самовластный Верховный Господь, лучший из живых существ, скрылся из вида. Песнь восьмая, глава шестая, текст 27. Тогда Господь Брахма и Господь Шива почтительно склонились вслед Верховному Господу и потом вернулись в свои обители, а остальные полубоги направились к Махараджибале. Песнь 8, глава 6, текст 28. Махараджа Бали, прославленный царь демонов, хорошо знал, когда следует заключать мир, а когда воевать. Поэтому, хотя его военачальники, завидев полубогов, возмутились и собрались было их убить, он остановил воинов, ибо видел, что полубоги настроены мирно. Комментарий Ведический этикет гласит, Грехи Шатрум Вишвастам Акутопхая. Когда к хозяину дома приходит враг, он должен так принять гостя, чтобы тот забыл о своей вражде с хозяином. Махараджабали был очень опытен как в ведении мирных переговоров, так и в ведении военных действий. Поэтому он оказал полубогам достойный прием, несмотря на раздражение своих военачальников. Такие отношения между противниками существовали даже во время войны между пандовами и кауравами. В течение дня они отчаянно сражались, а после захода солнца приходили во вражеский лагерь, где их принимали как лучших друзей. Во время такого приема один из врагов мог отдать противнику все, что тот попросит. Таковы были обычаи. Песня 8, глава 6, Текст 29. Полубоги пришли к Махараджибале, сыну Верочины, и сели недалеко от него. Махараджибале находился под защитой своих военачальников демонов. Он был баснословно богат, ибо завоевал всю Вселенную. Песня 8, глава 6, текст 30. Умилостивив Махараджу Бали приятными речами, мудрый Индра, царь полубогов, очень вежливо изложил ему все, что услышал от Верховного Господа Вишну. Песня 8, глава 6, текст 31. Предложения, сделанные царем Индрой, сразу же были приняты Махараджи Бали и его помощниками во главе с Шамбарой и Ариштанеми, а также всеми остальными жителями Трипуры. Комментарий. Из этого стиха явствует, что политика, дипломатия, стремление обмануть и все, что отличает ведение переговоров в нашем мире, будь то между отдельными людьми или странами, присущи также и отношениям между жителями высших планет. Полубоги пришли к Махараджи Бали с предложением вместе добыть нектар. И дайте демоны сразу же приняли это предложение. При этом они рассчитывали на то, что полубоги слабы, поэтому как только нектар будет получен, дайте отнимут его у полубогов и используют для самих себя. У полубогов, разумеется, были такие же намерения. Однако разница состояла в том, что на стороне полубогов был сам Верховный Господь Вишну, ибо полубоги были его преданными а демоны не придавали ему никакого значения. Во всей Вселенной существуют две категории живых существ. Сторонники вишну или партия сознающих Бога и партия безбожников. Безбожники всегда терпят поражение и не знают счастья, а преданные Господа всегда счастливы, и победа неизменно на их стороне. Песня 8, глава 6, текст 32. О Махараджа Парикшит, победитель врагов! Полубоги и демоны тогда заключили между собой перемирие и с великим усердием стали готовиться к получению нектара, как предложил Господь Индра. Комментарий В этом стихе большую смысловую нагрузку несет слово Самбидом. Полубоги и демоны договорились прекратить войну хотя бы на время и стали делать все необходимое, чтобы получить нектар. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Такур замечает. нам не Апи. Слово самвит в зависимости от контекста может означать в сражении давая обещания для удовлетворения, обращаясь к кому-либо путем практических действий, указания или знания. Песнь 8, глава 6, текст 33. Затем необычайно могущественные демоны и полубоги, чьи руки были длинны и сильны, напрягшись, оторвали гору Мандара от земли с громкими стонами они понесли ее к молочному океану. Песнь восьмая, глава шестая, текст 34 Поскольку эту огромную гору пришлось нести очень долго, царь Индра, Махараджабали и другие полубоги и демоны начали изнемогать. Не в силах нести гору дальше, они уронили ее, не дойдя до океана. Песня 8, глава 6, текст 35. Неописуемо тяжелая гора Мандара, состоящая из золота, рухнула на земь и раздавила многих полубогов и демонов. Комментарий. Золото по природе тяжелее камня поскольку гора Мандара состояла из золота и, как следствие, была необычайно тяжелой, полубоги и демоны не смогли донести ее до берега Молочного океана. Песнь 8, глава 6, текст 36. Полубоги и демоны, чьи руки, плечи и бедра оказались переломаны, пали духом и пришли им в уныние. Тогда Всеведущий Верховный Господь появился там, восседая на спине Горуды. Песня 8, глава 6, текст 37. Увидев, что гора раздавила множество демонов и полубогов, Господь, окинув их взглядом, вернул к жизни. Так они воспряли духом, и на их телах не осталось даже синяков и царапин. Песнь 8, глава 6, текст 38. Господь с легкостью поднял гору одной рукой и поместил ее на спину Горуду. Потом он сам сел на Горуду и полетел к Молочному океану в сопровождении полубогов и демонов. Комментарий. Это доказательство всемогущества Верховного Господа, который превосходит всех. Существует два вида живых существ демоны и полубоги, но верховная личность Бога превосходит и тех, и других. Демоны верят в то, что мироздание возникло случайно, а полубоги убеждены, что мир сотворен Верховным Господом. В этом стихе всемогущество Господа подтверждается тем, что одной своей рукой Он поднял гору Мандара, всех полубогов и демонов, и, поместив их на спину Горуды, привез к молочному океану. Что касается полубогов преданных, то они безоговорочно признают эту истину, ибо им хорошо известно, что Господь может поднять любую вещь, какой бы тяжелой она ни была. Но демоны, хотя их собратья, тоже летели с полубогами на спине огорода, услышав об этом, заявят, что это просто миф. Однако, если Господь всемогущ, что ему стоит поднять гору? Если он поддерживает существование бесчисленных планет с сотнями тысяч гор, подобных Мандаре, почему он не может поднять одну гору своей рукой? Это вовсе не миф. Просто между верующими и неверующими есть определенная разница. Верующие или преданные считают описанные в шастрах события истиной, а неверующие демоны спорят, объявляя эти исторические факты мифом. Демоны предпочитают объяснять все, что происходит во Вселенной, случайностью. Но полубоги или преданные никогда не согласятся с этим. Они знают, что все в мире происходит по воле верховной личности Бога. В этом разница между полубогами и демонами. Песня 8, глава 6, текст 39. Прибыв на место, Горуда, царь птиц, опустил с плеч гору Мандара и поднес ее к самому берегу океана. После этого Господь попросил Горуду покинуть это место, и он улетел. Комментарий Господь попросил Горуду покинуть берег, ибо змей Васуки, которому предстояло служить веревкой во время пахтания океана, не мог появиться на берегу, пока там был Горуда. Эта птица, носящая на своей спине Господа Вишну, не относится к числу вегетарианцев. Горуда питается большими змеями, а Васуки это огромная змея, которая могла бы стать хорошей добычей для горуды царя-птиц. Поэтому Господь Вишну попросил горуду покинуть берег, чтобы туда можно было привезти Васуки. С помощью этого змея и горы мандара в качестве мутовки полубогам и демонам предстояло вспахтать океан. Таков был удивительный замысел верховной личности Бога. Ничто не происходит случайно. Перенести гору Мандара на спине птицы и поместить ее куда следует было бы трудным делом для любого полубога или демона. Но для верховной личности Бога, как доказывает этот случай, все возможно. Господь без труда поднял гору одной рукой, и Гаруда, птица, которая носит на себе Господа, по милости Всевышнего сумел перенести на себе и демонов, и полубогов. Поскольку Господь всемогущ, его именуют Йогешварой, повелителем мистических сил. По своему желанию, он любой предмет может сделать легче пушинки или тяжелее вселенной. Те, кто не верит в деяния Господа, не могут объяснить, как все происходит. Употребляя такие слова, как случайность, они прячутся за идеями, в которые невозможно поверить. Случайностей не бывает. Все происходит по воле верховной личности Бога. Это подтверждает сам Господь в Бхагавадгите 9.10. Маядхякшен проклятих суяты сачарачарам. Какие бы действия ни совершались в этом мире, и какие бы последствия они ни вызывали, все происходит под надзором Верховного Господа. Но поскольку демоны не в силах постичь могущество Верховной Личности Бога, они, увидев нечто чудесное, спешат назвать это случайностью. Так заканчиваются комментарии Пхактивиданты к шестой главе восьмой песни Шриман Бхагаватам, которая называется «Полубоги и демоны заключают перемирие».